13 листопада отзначается Сусветный день Добрыни. Амаль два десятки годов тому его засновали у японским Токио. Мета – створить свет, где больше спогады, а для этого можно и треба сделать добрые справы. Могилевский клуб ретро-автомобилей до Сусветного дню Добрыни промерковал акцию в Могилевском специализованном доме дитяти. Пахмурно листопадовской субботой на двор у дом дитяти заехал старый ЗИЛ с саджанцами сосну. Удельники клуба вырешили сделать добрую справу и посадить для детей древы. Здесь как бы детки брошенные. Может быть, эти деревья разрастутся. Лет через 10-20 сюда вернутся эти дети уже взрослые. Эти сосны будут большие. Они будут рады, что хоть маленькое такое доброто, но мы им тоже подарили от нашего клуба. Сколько здесь сосен, Юрий? 110. Вот. 110 у гонор молодогвардейцев, память яких шануют у клубе. Але теперь головная увага малым, якія храбро вышли со своими яркими рыдлевками на допомогу мужчинам-волонтерам. Закапывайте. Сердце щемит, когда вот ваши помощники к вам подходят с этими лопатками? Ну, конечно. Хорошие детки такие, и вот остались без родителей. Ну что поделаешь, поэтому кто-то же должен им помогать. Сегодня у доме дитяти живут около сотни детей. Частка из них тут часово, у связь с семейными обставинами. Але все же большесть от проблемных батьков, которые покидали малых без прогляду. И эти дети имеют наибольшую потребу у Добрыни. Спасибо всем, кто нас помнит, кто о нас знает, кто нам помогает. Мы им крайне и весьма-весьма благодарны. И, конечно, вот такая акция останется на долгую добрую память для всех. И даже для этих деток. Навуковцы говорят, что робить добрые справы корыстны для здоровья. А у народе кажут, что Добрыня завсюду вертается до человека. Самое главное, что это нужно делать, как я считаю, это не только в этот праздник, не только сегодня, а ежедневно, вот, какими-то добрыми делами и поднимать и себе, и окружающим настроение. С Добрынёй пришли до деток и студентки из Академии музыки с сябровками. Импровизованный концерт и знакомство с музычными инструментами мели успех. Малые тупали, выхователи пляскали у долони, девчата мкнулись не плакать. Дарим радость и тепло, и любовь, которая нужна этим детям. Самая добрая надея, как эти дети жили у семьи. Илона Иванова, Виталий Алексеенко, новины региона.